Все, кто не знает, для чего нужна круглая штука над шеей, скорее сюда! Для вас сняли крутые ролики с запутанным сюжетом, которые держат в невероятнейшем напряжении, а концовку хрен угадаешь! Для того, чтобы соответствовать, ну, хоть немного уровню актерского мастерства героев роликов, я буду играть в полную силу. Но не судите строго! Опять забыл пароль от почты. Имя и год рождения вашей первой собаки. Рекс 2000. Как вы думаете, что делает обычно человек, когда садится на остановке с незнакомцем? Ну, конечно же, произносит громко вслух о том, что забыл пароль от почты. Не благодарите. А все потому, что этот незнакомец запоминает миллионы лиц и миллионы данных этих лиц. Но этот гений пропадает на остановке в путинской России, хотя мог бы конкурировать с Маском, с такими-то мозгами. Продолжаем. А можно счет? А с вас 2 миллиона, Петр Сергеевич. За что? За кофе? За то, что я не расскажу вашей жене Ольге с Плехана 18 про вашу любовницу Нину с марксисткой 49. За что? За кофе? И ничего же не поделаешь, придется платить. Что это за VPN? Что это за гениальное изобретение? Откуда оно все знает? Да и хрен с ним, с этим VPN. У нас еще один, сука, гений, который запоминает миллионы данных. Но только в путинской России гений работает официантом. И все-таки удивительно. У нас первое свидание, а ты знаешь меня как будто всю жизнь. Это еще что? Твоего бывшего звали Ваня. Твой ИНН 432-812-004-611. А вчера весь вечер ты просидела в обнимку со своим котом Тимой под Бриджит Джонс. Откуда это все? И в номинации «Лучшая женская роль 2023 года» побеждает вот это вот. Актерка, десяточка, сценарий, в аналы лучших сценариев реклам мира. Бюджет, наверное, просто бешеный, плюс-минус аватар. Но просто такие актеры задешево играть не будут. Откуда это все? Да потому что VPN знает все про котов. VPN следит за котами. Каждый кот под присмотром VPN. Вот только не накормите кота. Хана вам. Здрасте, я на собеседовании. Я Борисов... Борисов Константин. Давайте-ка перечислю ваши достоинства. Любитель компьютерных игр и сомнительных сайтов. Живете в двушке в Жулебино. Второй год не платите алименты. А самое главное ваше достоинство. Я, пожалуй, пойду. Этот ролик комментировать не буду. Мой ответ всем пропагандистским роликам. Здравствуйте, я на собеседовании. Проходите. Я Борисов Константин. Борисов Константин. Поддерживал преступления Путина и ездил с символом Z на лобовухе на Ладе Белой Приоре с номером А320ТР. Писал доносы на своих коллег. Пошел нахуй, Борисов Константин.